Всем привет, с вами Харри, и это я в этом в этом видео я вам покажу такую программу 8-бит, она делает фотографию 8 битов, редко встретишь такую, классное приложение, там есть и обычное, и про там платное, то, что мне... И мне не удалось его скачать. Ну, конечно, я вам покажу это приложение. Вот оно, 8 бит. Заходим в него. Выбираем или сфоткаться, или зайти в галерею. Я зайду в галерею. У меня там есть фотка. Чуть не загружается. Так, вот загрузилась. Вот эту я фотку сделал сейчас. Вот, например, я выбираю спиннер. Вот. Так, это вот такой вид. Есть такой. Есть стиль. Бит. Ну, такой. Можно вот такой вообще. Можно вот такой. Такой мне больше нравится. Если вам не нравится свет, это не про... То есть цвет, это не проблема. Можно выбрать по своему вкусу. Например, я выбираю вот такой обычный. Ну и... Я еще не выбрал стиль. Ой... Так. Мне обычно нравится вот это. Он такой прикольный. Но я посмотрю не все. Вот такой есть. Такой. Такой я скорее оставлю. Как я сказал, уже цвет не проблема. Можно вообще... Даже такой есть. Ну, или такой. Мне больше нравится такой. Я нажимаю вот сюда. Все, у нас скачана фотка. Можно выйти отсюда. Зайти в галерею. И вот она. 8-битная. Вот. Ну а всем пока, с вами был Харри. Если вам понравилось это видео, показывайте своим друзьям. Стану я еще известней. Ну, хотя бы подписчиков будет больше. Так что не ленись, ставь лайк. Если ты поставишь дизлайк, я ни насколько не обижусь. Ну, я не видел кто-то, чтобы еще кто-нибудь снимал об этом приложении. И, как вы знаете, я вчера добавил себе видео, пак. Она набрала еще немного просмотров и лайков. Даже вообще лайков даже не набрала. Набирайте хотя бы 5-10 лайков под паком. Я выложу видео, обзорчик. На программу FastMotion. Вот она, я говорил уже. Да, она прикольная. Ну, а если не наберете, то не стоит страшного. Я также буду выпускать видео. И, как я объяснял, я буду практически выпускать видео каждый день. Ну, постараюсь, потому что я ленился целый месяц. И я должен искупить свою вину
позавчера я вроде снял Майнкрафт, вчера я снял пак, а вот сегодня я снимаю 8-битное приложение. Ну а всем пока, с вами был Харри. Подписывайся на канал. Показывай это видео своим друзьям, может им хотя бы понравится. Ну а всем пока, с вами был Харри. Пока.